Театр начинается с вешалки, вот там вот был у нас гардероб и будет. То есть он будет тоже гораздо удобнее, чем он был. Здесь зрительский буфет. Здесь у нас находился зимний сад, который тоже планируется восстанавливать. Это наше зрительское фойе. Вот. Вот можете посмотреть, например, какова наша была крыша, можно было видеть звезды. Но вот мы надеемся, что вот как раз теперь-то с нашей крышей все будет в порядке. Появятся новые зоны отдыха, наконец-то откроется еще один зрительский буфет, появится небольшая эстрада, некая сценическая, по-моему, где-то вот здесь. Вот. Сбивать это панно не будут, оно будет закрыто специальными ширмами. Вот, и при необходимости эти ширмы можно открыть. Вообще в театре что самое главное? Конечно же, сцена. Начинка сцены, то есть оборудование, которое используется на ней, почти все поменяется. Оркестровая яма убирается. Необходимости в оркестровой яме нет. Плюс ко всему будут другие кресла, более широкие расстояния между кресел. Вот именно на этом месте будет стоять наш новый, абсолютно новый, специально отстроенный малый зал, то есть у которого будет отдельный вход, отдельный гардероб, своя сцена и зал на 150 мест. Весь дизайн-проект и большой сцены, и основного здания, и здания, где будет находиться малая сцена, оно, конечно, учитывает возможности для мобильных групп населения. Мы будем открыты буквально всем. Это гримерки актерские. Вот. Вообще у нас актеры по 4 человека находились в гримерках. И теперь у нас актеры будут по трое. Там будет, естественно, новая мебель, новые гримерные столики, что тоже очень важно. Изначально здесь был малый зал, а теперь будет большая репетиционная комната, потому что репетиционных комнат у нас в театре не хватало, репетиционных залов был всего лишь один. Теперь к одному действующему добавится еще один там современный. Пойдемте, я лучше другой покажу, более интересное. Вот сейчас шахта лифтовая, ее вообще не было, вот ее построили. Теперь у нас лифт будет действовать, а раньше вот через это специальное окошечко хитрыми путями опускали декорации на сцену. Облицовка вот единственное, что будет реставрироваться, и все, она останется все та же. Та плитка, которая по какой-то причине была сломана, она просто заменится. То есть это все будет белое, красивое,